Всем привет, с вами Александр Райков, и сегодня мы будем смотреть Nothing More. Я знаю эту группу и дико ее люблю. Самый мой любимый их трек это This is the time ballast. А напишите, какой ваш любимый трек у этой группы. Итак, клип называется If It Doesn't Hurt. Вышел один месяц назад, на момент съемки данной видеореакции, практически 900 тысяч просмотров. Это нечто невероятное. И сразу же ставлю лайк. Вот видите, ставить лайк не так сложно. И я хочу сказать отдельное спасибо, кто так делает. Ну а теперь перейдем к клипу. Я жду от ребят, как всегда, что-то дикое, безбашенное, энергичное. И то, что тебя затронет прям за самую душу. Итак, перематываю на начало. Звук на максимум. Качество 4K. И погнали. Nothing more, it doesn't hurt. Тык. Сразу пошел грув. Хочется двигать головой и телом. Но на самом деле уже давно от ребят я не слышал новинок. Но это мой косяк. Вот чего я ждал. О, да. Спасибо вам. Вы слышали это? Он невероятный. Ну, я про вокалиста сейчас. В первую очередь. Хотя каждый музыкант из этой группы просто профессионал своего дела. Я уже втянулся в эту песню. Давайте, подпевайте. Да. Это чё? О, я не ожидал. Этот брейкдаун просто меня добил. Я реально не ожидал. Невероятно. Итак, перемотал на начало, запустил видео без звука, чтобы на фоне что-то двигалось, пока я буду говорить. На самом деле, все, что я сказал в самом начале, то, что я жду от этого клипа, все сбылось. Дикая энергетика, невероятный грув, сольные партии — это отдельная история, это next level. За брейкдаун отдельный низкий поклон. Шикарная работа, шикарная. Погружаешься в нее сразу же. Тебя начинает качать, ты хочешь двигаться, танцевать. Я надеюсь, что у вас точно такие же эмоции, как у меня. В общем, мне дико понравилось то, что я увидел. Спасибо группе Nothing More за то, что они нас порадовали этим невероятным материалом. Ссылка на них будет в описании. Переходите, смотрите, наслаждайтесь. Спасибо вам огромное за то, что смотрели этот невероятный клип вместе со мной. Я надеюсь, что вам понравилось. Ну а мы с вами увидимся уже в следующей видеореакции. Всем пока!